Убийца двоих детей Андрей Герасим проведет в СИЗО еще 60 дней. Такое решение вынес киевский суд. Сам процесс медленно подходит к завершению. Стороны пришли к допросу свидетелей. Он задушил пацана по судебной экспертизе. После того пошел себе, купил шкалик водки, две бутылки пива, которые одну успел выпить. А после того выпил пол-литра пива, дорогой. После того ты взялся за девочку. Когда тебе, он говорит, что ты делала девочка, когда душил пацана, говорит, орала возле ванной. А это твои слова. И после того он взялся и заработал, задушил девочку. И вот во время, когда уже все поднялись, все в истерику, дочку, он когда позвонил на 7 километр, он говорит, что ты дура, он говорит, понимаешь, прожал, что это натворил, говорит, я убрал самое дорогое, что есть в жизни. Он говорит, как это ты, он говорит, ну твоих, мол, детишек нету. Услышав вновь жуткие подробности убийства, мать не смогла сдержать эмоций. Я их воспитал, у меня пятеро дочерей. Я не благодарна, не тупая. Я пятеро дочерей. Сука такая, тварь, понял ты? Я пятеро дочерей воспитал. Ты мне детей забрал, ты скотина, ты сейчас хочешь выйти? Тварь, ты понял ты? Женщина требует от суда скорейшего решения, но пока не будут опрошены все свидетели, вынести вердикт суд не сможет. У нас установлен порядок, допрос свидетелей, потерпевшего мы уже допросили. На данном этапе мы всех свидетелей не допросили. После допроса всех свидетелей мы изучим материалы и будет вынесено решение. По словам прокурора, осталось допросить еще 5 свидетелей. Через примерно 3 заседания решение будет вынесено. Убийце двоих детей грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.